Домашнее мороженое можно запросто приготовить дома и без мороженицы, достаточно иметь специальную силиконовую формочку. Если у вас нет специальных формочек для приготовления мороженого дома, не беда, можно заморозить мороженое в пластиковом контейнере, тогда обязательно перемешивайте его каждый час, чтобы масса не застыла одним куском. Досмотришим видео, и я предложу записать список ингредиентов. 1. Приготовим продукты для мороженого, молоко предварительно вскипятите, дайте немного остыть. 2. Переливаем молоко в удобную неподгорающую кастрюлю и ставим на медленный огонь, нельзя доводить его до кипения. 3. Яйца взбиваем с сахаром. 4. В готовую массу всыпьте щепотку ванилина. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. 5. В горячее молоко тонкой струйкой влейте яичную смесь, перемешивайте постоянно и варите до загустения, не доводите до кипения, иначе яйца могут свернуться. 6. Снимите с огня, влейте сливки, перемешайте. 7. Разлейте по формочкам мороженое и поставьте в морозилку на несколько часов. 8. Мороженое готово, приятного! Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Теперь о составе нашего блюда. Яйца 2 штуки, сахар 90 грамм, молоко 350 миллилитров, сливки 20 или 30% 200 миллилитров, ванилин 1 щепотка, количество порций 6. Щелчок, клик. Нажатие на лайк – это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Надеюсь, было интересно. Приятного аппетита и следите за новыми публикациями.